Ну, в Красноярском крае подвели итоги микропереписи населения. Это своего рода репетиция масштабной всероссийской переписи. В ее сокращенном варианте участвовали около 40 тысяч жителей региона, случайно выбранных специалистами Красноярск-Стата. Опрос в этот раз проводили новым способом, с помощью планшетных компьютеров, что позволило специалистам быстрее и точнее обработать информацию. Так, за последние 5 лет число жителей края увеличилось более чем на 30,5 тысяч человек. Только в 2014 году родилось 41 200 детей, на 2,5 тысячи больше, чем в 2010. Число заключенных браков в отдельные годы вырастало, а количество разводов по сравнению с периодом 5-летней давности пошло на спад. Увеличилась и средняя продолжительность жизни. Раньше она составляла 67,5 лет, сейчас более 69. Однако эксперты отмечают, вместе с тем это оказывает влияние на такой показатель, как общее старение населения. На сегодняшний день по международным критериям считается, что если население в возрасте 65 лет в общей численности населения превышает 7%, то этот процесс, значит, наблюдается старение. У нас на территории Красноярского края составляет это 11,3%. Также у нас увеличивается средний возраст жителей края. В 2010 году он был 37,5, а сейчас 38 лет – это средний житель края.